Новый состав общественной палаты сформирован из 15 человек. 7 из них назначены главой администрации, остальные избраны на конкурсной основе. Это представители разных сфер – образования, ЖКХ, здравоохранения и другие. Их задача – быть соединяющим звеном между властью и населением. Об этом в своем обращении говорила председатель республиканской организации Ольга Панчихина. Мы на общественную палату города Кумертау тоже возлагаем очень такие большие надежды, чтобы она работала очень активно, чтобы она осуществляла действительно общественный контроль, не только на бумаге, отправляя там какие-то нам отчеты на сайт палаты. Нет, она проводила и общественный мониторинг, и общественное слушание, и общественную экспертизу. То есть она стала полноценным общественным органом в городе, который бы помогал и показывал, наверное, те возможности, сначала показывал проблемы, но в то же время решение тех вопросов, которые очень сильно волнуют граждан. Для более эффективной работы подготовлены методические указания. Сборник подготовлен совместно с местными общественными советами. Кроме рекомендаций, общественникам нужно будет изучить и ряд региональных и федеральных законов. Все это пригодится в работе. Чтобы мы с обществом решали эти задачи, чтобы народ был информирован о том, что происходит у нас в администрации, какие хорошие инициативы, потому что есть инициативы, которые проходят мимо незамеченные народом. Мне хочется, чтобы люди знали, что происходит у нас в городе, не просто вот из газет, а вот непосредственно от нас, от общественников. В новом составе общественная палата города Кумертау будет работать 2 года. В ближайшие дни планируется избрать руководителя организации и секретаря.